долучимо до нашого ефіру блогера і політолога Сергій Запорожський з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю всіх. Сергію, я як постійний читач вашого телеграм-каналу хочу запитати. У вас так стало багато заголовків про те, що замерзає Європа без російського газу, замерзає Німеччина, в Великобританії, ну, просто таке враження, що вони там всі помруть від голоду і холоду. Взагалі дуже складно в Європі без російського газу. Але якісь дивні картинки і відео виставляєте під ці заголовки. І, мабуть, це такий один з аспектів, як ми зустріли Новий рік. Ми, ну і відповідно вони, і відповідно там, в Російській Федерації. Що коїться з тим, хто там мерзне? Ну, різниця дійсно є серйозна. Як зустріла Новий год Україна при всіх її складностях, и как встретила Новый год успешная Россия. Я, конечно же, даже не буду брать в пример там какие-то засранские, которые там где-то за Уралом или до Урала. Мы обращаем внимание на то, как встретила Новый год Подмосковье и Москва. В Москве часть из трех районов сидела более суток без тепла и электричества. Подмосковье ближайшее, там по-прежнему ничего еще не восстановлено в смысле теплоснабжения. Не все, конечно, да, но несколько районов — это Химки, Подольск, это ближайшее Подмосковье. И здесь что важно отметить, это Москва, Подмосковье, где сконцентрированы 70% российских денег. И вот в таком положении, там теплоцентрали, в таком положении ЖКХ. А что говорить, я уж опять-таки не хочу в пример брать Читу, там, Забайкалье и прочие дальние регионы России. Я ще от звернула увагу на новогодний стол и голубой огонек. Знаете, голубой огонек... Уже не тот. Который стал синим в якийсь певний період часу. Мене дуже здивувала ця історія з появою блогерів-алкоголіків на этом голубом огоньке. Але потім я подумала і спитала себе, так, а куди, власне, все це йде і куди це все котиться? І от тепер розумію, що саме туди. Нікого не дивує така тенденція на території Росії, як думаєте? Чесно говоря, я ще не успів посмотреть, откуда эти алкаши вообще взялись. Я не знаю, может быть, вы подскажете, это на федеральном канале они такое показали в новогоднем огоньке, либо это какие-то региональные телевизионные компании. Но в любом случае, безусловно, это демонстрирует близость к народу. То есть в Кремле политтехнологи считают, что, в общем-то, основной электорат Владимира Путина — это быдло. Вот так оно выглядит. Это шариковый, жрущий боярышник, которые успели купить по дешевке яйца. И вот так выглядит новая элита России. Но опять же, как она выглядит, новая элита России? Безусловно, там Песков, Путин и все остальные хозяева этого стада считают, конечно же, вот этих всех алкашей из новогодних огоньков, конечно же, быдлоидами и каким-то генетическим мусором. Но они пытаются показать стаду российскому, что вот мы продвигаем новую элиту России и есть сменяемость. Теперь вместо Филиппа Киркорова и там кто там еще из участников «Голой вечеринки», теперь будут вот эти вот быдлоиды, которых показали в новом году в «Голубом огоньке». Цікаві такі тенденції щодо мракобесія в Російській Федерації, але насправді там не все погано. Далеко не у всіх немає яєць, ну принаймні у Рамзана Ахматовича Кадирова точно проблем з яйцями в у всіх сенсах цього слова немає. Ну я маю на увазі, він не бідний і щоб в нього були яйця, в разі чого
проведуться квестер бюджету Рязанської чи якоїсь іншої області. Але тут вийшла така цікава заява, що таке враження, що Рабзам Ахматович, він почав себе позиціонувати як президент або шейх окремої держави. Бо у нього є окремі українські полонені, і він хоче обміняти українських полонених на те, щоб Захід і, вочевидь, Сполучені Штати зняли санкції з членів його родини, дружини, матері. І він говорить, що вони до боротьби з Заходом, цим бездуховним, не мають, ну, не залучені, іншими словами. На вашу думку, а чи може так статися, що, якщо це увійде в якусь практичну площину, що серед цих полонених можуть потрапити, ну, на обмін вони просто видадуть граждан Росії, етнічних русських, ну, тому що у Кадирова, ну, реально безмежні повноваження в РФ. Я пропоную, знаєте, щоб не казали, що це діпфейк, заслухати цю цитату Кадирова і обговорити її. Не винувати моя мама, і жена, і дочеря, там, і племянники мої, то, вони то, ніколи не участвували, ніколи в політичній салон. Ну, як знаю, Ігра, да. І ніколи навіть слова не сказали, да. І тому проти мене ведіть все, що хочете, да. Ну, сім'ю, да, мать, да. Не трогайте, да. Если им важна, да, жизнь этих людей, там, если они хотят объединить семьи, там, если они вот такие, да, хорошие патриоты, пусть поменяют на санкции своих солдат. А потім додав, але я продовжу боротися з Америкою. Санкції з сім'ї зніміть, а з Америкою я продовжу боротися. Ну, на самом деле, это действительно сенсационная история и очень важная. Я даже где-то несколько шокирован ей, потому что, ну, семья Рамзана Кадырова, она, в принципе, как я понимаю, воспитана в лучших традициях ислама. То есть и вот эти все сатанистские дела европейские, мне кажется, ей должны быть очень чужды. Но видите, что получается? Что каким-то образом все-таки для семьи Рамзана Кадырова очень важно, ну, пускай даже, может быть, не жить в Европе или в США, но, по крайней мере, перемещаться по цивилизованному западному миру, ну, который для нас цивилизованный, а для них это сатанизм, да? Но вот такая вот ситуация. А что уж теперь говорить о тех российских чиновниках, которые не могут себе позволить рта раскрыть. Ну, я имею в виду те, у которых арестовали дома, квартиры, яхты, там, семьи повыгоняли из Западной Европы. То есть, значит, это санкционная история, которая мешает комфорту жизни хозяев России, она работает. И хотелось бы, чтобы она работала еще жестче, потому что результат мы видим, вот, Рамзан Кадыров предлагает. Что касается обмена на такое, это деликатная история, это решать ГУР Украины, руководству Украины. Я на эту тему даже ничего не буду говорить, но это очень интересное предложение. Это очень интересное предложение, и мне кажется, его можно каким-то образом рассматривать. Цікаво. Мені насправді цікаво, а як так вийшло, що родичі Рамзана Ахматовича, я так розумію, вони не збираються переїжджати в цю бездуховну Європу, а вони хочуть залишитися там, де вони живуть. Але санкції – це ж не тільки обмеження руху, переміщення між державами. Це, в першу чергу, активи і, відповідно, грошові перекази. Як ви думаєте, чому так важливо Рамзану Ахматовичу зробити так, щоб його дружина і мама могли переводити гроші? Це вони куди підуть? З Заходу в Чечню чи з Чечні на Захід? Які ваші варіанти? Ну, здесь я думаю, що Рамзана Кадырова мало волнуют, условно говоря, какие-то потерянные, замороженные активы. Я не думаю, что у него их там в Европе или в США было много. Может быть, вообще там особо ничего из денег нет.
Здесь вот какая-то, мне кажется, все-таки история семейная. То есть деньги, даже если какие-то он потеряет из-за санкций, для него это не проблема восполнить их из российского бюджета. Оттуда можно надоить там, в 10 раз больше, что он потерял на Западе. Тем более Путин же, не секрет, предоставляет возможность российской элите зарабатывать сейчас и не становиться беднее. То есть по последним данным же Forbes, российские миллиардеры, они увеличили свои состояния за последний там, год на 50 миллиардов долларов. Да? То есть не в деньгах проблема. Здесь все-таки какая-то история, я так понимаю, в комфорте. Я не знаю, какие приоритеты у семьи Кадырова, но очевидно, наверное, им хочется в Милан. Ну, я так понимаю. В какой-то аутлет, возможно. Я не знаю, но вот других у меня вариантов нет. Так, можливо, я тоді Рамзану Ахматовичу в Інстаграм кину посилання на якийсь потужний інтернет-магазин. А, його заблокували в Інстаграмі, не вийде це зробити. Але, слухайте, от є такий цікавий тренд. Тобто є етнічні русські і є інші. І от серед цих інших чеченці або кадирівці, ну, в них, ну, це візуально видно, абсолютно... інший набір прав та обов'язків в рамках російської держави. А ще є таке явище, коли героїв СВО, тобто російських загарбників, які приїхали, наприклад, в Челябинськ, де, власне, загорівся раптом російський Су-34, відбулася бійка, коли, як вони кажуть, мігранти побили цих російських солдат. І один з них потім казав, що якщо так буде продовжуватися, то ми можемо скотитися в громадянську війну в Росії. От питання таке. На вашу думку, коли цим росіянам, які перебувають поки що живими на території України, почне доходити, що поки вони воюють і вмирають, відповідно, вбивають і вмирають, змінюється Російська Федерація сама по собі, в тому числі в етнічному плані? Но до такой мысли, я думаю, они дойдут не скоро. Их в данный момент, вот те, которые находятся в Украине на войне, интересуют в первую очередь, конечно же, деньги, потому что в основном это сброд из депрессивных регионов России, который готов умирать там, за эти 200 тысяч рублей в месяц. Но вот межнациональные конфликты, которые уже... они вызревают в Российской Федерации, и в том числе ведь не секрет уже, что пытаются забить вот эти дыры, восполнить потери на фронте. Они хотят за счет мигрантов. Эти облавы продолжаются, и в новогоднюю ночь они были, и до Нового года. То есть принуждают мигрантов, которые недавно или там, несколько лет назад получили гражданство российское, в основном это граждане Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, принуждать их подписывать контракты с российской армией. Что касается мотивации у этих людей, там все понятно, но когда такие вещи происходят, зреет недовольство и в среде диаспор в России, вот этих среднеазиатских. И это вполне может всколыхнуть ситуацию, в принципе, и на фронте. И на фронте, потому что там, условно говоря, какой-нибудь там батальон загнанных туда таджиков или киргизов, если они их не разбавляют, ну, может как-то неприятно удивить российское руководство. Я вот так на это смотрю. Ну, тут ще Непал повідомив, що припиняє видачу дозволів на роботу в Росії через вербування громадян на війну. В уряді повідомили, що за їхніми оцінками в російській армії наразі служить до 200 громадян країни. Близько 100 непальців вважаються зниклими безвісти. До України також вони таку заборону дали, але шукали в лавах Збройних сил України, своїх не знайшли громадян Непалу, тому заборонили працювати їм на території Росії. І тут ми пам'ятаємо, що напередодні Путін підписав навіть цілий указ, в якому сказав, що у нас этого гражданства просто как гуталина. Раздавайте его направо и налево всем, кто подпишет договор, что он готов пойти и умереть за землюшку-то русскую. Это как раз
показатель того, что у них не безразмерный, как считается, человеческий ресурс на эту войну. И все их вот эти вот бравурные заявления, что у нас там 20 миллионов еще могут встать в строй, это учитывая то, что он сейчас готов российское гражданство раздавать как туалетную бумагу кому угодно, кто подпишет минимум на год контракт со сбродом Шойгу, да, это говорит о том, что у них есть реальные проблемы. И как я уже на других включениях с вами говорил, они боятся объявлять дополнительную мобилизацию среди своих граждан. Для них это очень проблемно. И именно сейчас они пытаются всеми способами заткнуть вот эти дыры. Ну, конечно же, я уверен, что какого-то большого наплыва иностранцев за российское гражданство, тем более для этого нужно будет сдохнуть под Авдеевкой, ну, я не знаю, это просто нереально. Это просто нереально, да, набрать вот таких персонажей. И поэтому вот здесь как раз очень важно, такой важный должен быть месседж к украинскому обществу, что все, что рассказывают россияне там, про проблемы Украины, у Украины есть, конечно, проблемы, в том числе и с мобилизацией, но рассказывать, что в России там миллионы Добрыни Никитичей и Илюх Муромцев, да, стоят, чтобы пойти в атаку на Харьков и на Киев, конечно же, нет. Там Шариковы. И поэтому Украине надо это тоже понимать и не давать корма, не давать корма врагу вот этими различными скандальными взаимоотношениями с представителями ТЦК, я так скажу. Сергій, хотів вас поправити, що Ілія Муровець взагалі-то це ж такий герой старовинний. Сказочний персонаж. Ну, не зовсім. Насправді, ну, якщо він його мощі зберігаються в Києво-Печерській лаврі, тобто в Києві, то, можливо, він і киянин. Це до того, що Ілія Муровця ми їм не віддамо. А запитати я хотів наступне. От в контексті оцих от процесів, про які ви говорите, як ви думаєте, як росіяни будуть сприймати інформацію про те, що починається евакуація з Білгорода російського? Тобто ну, вони це використовують таким чином, що нічого не відбувається, чи навпаки, вся країна огромна, от у нас напали, НАТО і так далі? Вообще никак. Россиянам, в принципе, плевать и на Белгород, и на Тулу, и на Орел. Ну, я имею в виду вообще в целом, вот если мы берем россиян. Поэтому здесь ситуация какая? Ну, моя точка зрения, что до так называемых выборов в России остается 2 месяца. И мне кажется, что задача УГУР Украины – помочь россиянам сделать правильный выбор, да? Ну, какой выбор правильный, да? Естественно, законодательным образом Путина снести невозможно, да? Но, по крайней мере, можно сказать ему «пошел вон» какими-то другими методами. А для этого что нужно сделать? Для того, чтобы спецоперация пришла как можно в большее количество домов в Российской Федерации. Вот как последние дни происходят ответки по Белгороду, после того, как они бомбят Киев и Харьков, вот так должно быть в большинстве городов России, куда дотянутся руки ГУР. Вот так я вижу, тогда, может быть, они включат мозги, потому что без этого они точно не включат. Ведь Украина не бомбила их территорию где-то год, да? Где-то год туда ничего не летало. Они мозги не включили. Значит, надо пробовать вот такие методы, и я думаю, что они все-таки будут действенны. Если хотите продлить спецоперацию еще на 6 лет, выбирайте Путина. Здесь все просто. І оскільки вони складних шляхів собі не шукають, то, відповідно, скоріше за все, за нього будуть і голосувати. Тим більше, що, як сказала Памфілова, бюлетені вже пораховані. А виключати з тих, хто загинув на СВО, з цих бюлетеней, із цих списків не будуть, тому що це однозначно говорить про те, що вони проголосували за Путіна. Пане Сергію, дякую вам.